Здравствуйте, друзья! Часто вы просите, ну, пожалуйста, жестячок от нашего подписчика. Наслаждайтесь, да такой, знаете, ну, хороший, выдержанный, прикольный. Алло. Алло. Здравствуйте. Евгений Владиславович, я могу слышать? Да. Это вы? Да. Звоним по поводу вашего долга. Меня зовут Диана Эльдаровна, номер записи разговоров 2524. Да, должность у вас есть. Почему теперь не оплачиваете? А у вас фамилия и должность? Я вам по второму кругу не буду озвучивать. Вы фамилию не говорили. Нуриева. Все? В смысле? Вот, и вы Но меня... вы же записываете каждый раз. Но вы... Вы же каждый раз записываете наши звонки, выкладываете их на YouTube. Мы думаете, не знаем ваши действия. Делом бы лучше занялись бы. Лучше бы вы мне не врали, вот и все. Зачем вы мне врете? Типа по второму кругу, а вы фамилию сразу не сказали. Значит, вы мне врете. Какая разница, какая у меня фамилия? Какая разница? Ну, какая разница? Да, Марус. По-вашему, адрес регистрации Саратов. Вы тут выездные специалисты. Нам надоело выслушивать ваши глупые оправдания. А ПАД должна поступить. Вам 27 лет, вообще о чем думаете? Как вы будете дальше жить? А тебя это ебет, ты попрыгай и пройдет. А вы себя считаете себя достойным человеком? Тебя вы это достойный ебет? Член нашего общества. Просто скажи, тебя это ебет когда? Вы, конечно, Евгений Вячеславович. Ну ты попрыгай и пройдет. Такие детские фразы. Вы до сих пор из садика не ушли? Ну, знаешь, меня как-то мнение шлюхи телефонные вообще не интересует. Вы себя корректно себе ведите? Или только оскорбление женщины? Да ты женщина разве? Ты себя человеком, что ли, возомнила? Конечно. У меня то хоть деньги есть. А вы когда в последний раз деньги видели? Вам на хлеб и на воду подать, уважаемый? В общем, оплата вашего долга до 26 числа должна поступить. Я вам 1 рубль отправлю, вам хватит. Понятно? До свидания. Друзья, ну вот согласитесь, вот выпросила же, да? Она там еще что-то вякнула про общество, про члены общества какого-то. Она себя действительно к обществу относит, к общей массе людей, к массе нормальных людей. Она вот это вот чудо в перьях себя относит к социуму. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же сильно ее обманули и в детстве, и в юности, и вот в этой взрослой жизни. А, ну, если, конечно, она не инвалид по детству, башкой никогда не ударялась. А так ее, конечно, обманули. Но если второе стечение обстоятельств, то я, конечно, должен сочувствовать ей. Ну, ладно, автору спасибо. Коротенький, но мне понравился этот ролик. Не знаю, как вам. Если вам понравился, ставьте лайк. Ну и что еще? Конечно же, описание этого либо любого другого ролика, ссылочка на наш сайт для тех, кто хочет встать под юридическую защиту. Внимательно смотрим видео на сайте. Подписываемся на наш канал для тех, кто этого еще не сделал. Репост в соцсетях, поделитесь, пожалуйста, как можно с большим количеством людей нашим материалом. Ну и, конечно же, наша группа ВКонтакте. Подписывайтесь нашу группу, будьте всегда в курсе. До свидания.